Горная Шотландия вообще край довольно суровый. И танцы у них такие же, как и они сами. Так как это танцы воинские, у них часто использовалось оружие, мечи, щиты, кинжалы. Сегодня мы снимаем необычный очень сюжет, эфир про шотландские танцы. Мы делаем приседания, мы делаем прыжки, подъемы на полупальц. Раз, два, три, четыре. Тоу-хил, 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 тоу-хил. Раз, два, три, четыре. Вот сейчас я говорю, неделю. Килограмма 3 запросто можно. Мне кажется, да. Папа с пустыми ведрами, без нефти, к горю, с нефтью, к счастью.